В имени Отца и Сына и Духа Святого. Он с вами. Пане, змилуйся надо мною, бо неустанне вовам до Тебе. Ты ж бовем, Пане, добрый и ласкавый, певен ласки для всіх, хто життя взиваю. Друзі, Христусе Пану, дійсно переживаємо 22-го неділю звикву, перша неділя місяця, коли в спосіб шагульний зрацаємося і чтимо найсвіше серце нашого Збавителя Ісуса Христуса. В тих днях ще просимо вставеництва і опіки найсвіше Марії Панни Аглонської. Молимося і просимо благословенства для всіх тих людей, хто вже розпочинали вже новий рік школьний і академічний, щоб Бог завжди кожному товаришу і мшен святом зараз складаємо в інтенції нашої парафії, Арендольської парафії, всіх гостей нашої парафії, за це наш деканат, за це наше місто. Нех добрий Бог всім нам благослови. Но нестеты, если мы грешными людьми за своими слабостями, за своими грехами, как звыкли в неделю, так и терас. Просьмы Пана Бога, аби Он пшебачил нам всички наши грехи, и аби поблагословил тен воды, которым будем покропені на пам'ятку нашого хшту, нех Бог нам всичким допомага, аби мы были верні Духові Святому, которого отримали мы. Всехмогонці, вічний Боже, ти хочеш, аби через воду, яка підтримує життя і служить до очищення, также наші душі зостали очищені, чи мали задатих життя вічного, просимо Тебе, поблагослав тен воду, яким будемо покропені в дню Твоїм, Пані, однов в нас джерело своєї ласки, бронь від всякого зла нашої душі і тіла, аби ж могли зближитися до Тебе чистим серцем і отримати Твоє збавлення через Христуса Пана нашого. Аспергесме. Бог Всехмогонці, очисть нас з грехов і справи, аби ж ми через відправлення та евхаристичної офіари стали ще годними удяву в учті небеській. Глорія і нехцелсіс Дего. Thank you.
módlmy się. Боже, Всехсвят, от Тебе походи вшелька досконалость, защеп в наших сердцах милость ку Тобе, и дай нам взрост побожности, умоцни на всичко, что добре, и троскливе ще ж того, что умоцнивесь. Пшез нашего Пана Иисуса Христуса, Твоего Сына, который с Тобом ше и кролеведности Духа Святого, Бог пше всичке веки веков. Читание с Ксенги пророка Еремяша. Уведлась мне, Пане, а я позволил им ще увесть. Уяжмилась мне и премоглась. Стало щенца дженным пошмевиским, всицами уронгаю. Альбовем или кроч мам забереть глос, мушен обвещать, гвалт и руина. Так, слово Пана стало щен для мне каждого дня с невагом и пошмевиским. И повечал им собе, не бенден го юж вспоминал, ани мовил в его имя. Але втеды зашон травить мое сердце, як бы огень, мотуянцы в моем теле, чинилем вишилки, бегом стумич, леч не потрафилем. Ото Слово Боже. Читание с листу Святого Павла Апостола до Римлян. Прошу вас, братья, через милосердие Божие, абыще дали тело свое на офярен живом, святом, Богу приемном, яко выраз вашей разумной службы Божией. Не бежьте венц взору с того свята, лишь применяйте се через обновление умыслу, абыще умели распознать, яка ест воля Божия, цо ест добре, цо Богу приемне и цо досконале. Ото Слово Божие. С вами. С
Слово Евангелия według Святого Матеуша. Иисус зашел, сказываясь своим учням на то, же муши ищ до Иерусалима и велев вычерпеть от старших арцикапланов и ученых в письме, же бенде забиты и третьего дня с мертвых встанет. А Петр взял его на бок и почал робить ему выжуты. Пане, нехче Бог брони, не прийде то нигде на тебе. Лишь он одручився и жекло до Петра, зейч ми с очу, шатані, єстеш ми завадом, бо не мислиш о тим, цо Боже, але о тим, цо людське. Втеди Єзус жекло до своїх учнів, єсли хто хце пусть за мною, нех ще запше самого себе, нех візьме кшиш свой і нех мені наслядує. Бо хто хце заховать своє життя, страчи є. А хто страчи своє життя з мого поводу, знайде є. Цю ж бовім за користь однесе чоловік, хоч би цілий світ зискав, а на своїй душі шкоден понесув. Альбо цо да чоловік взамін за свою душу. Альбо вім син чоловічий прийде в хвалі Отця свого разом з анілами своїми, і втеди одда кождему ведвук його постępowania. Ото слово Панське. Нех бенче похвалений Єзус Христос. Дрозі приятелі, єст така легенда, що в своєму часі по світі ходило терпіння. Було смутним, було троскливим і хотіло подобатися людям. То терпіння йшло щоденно до єдної родини, до другої, з одного міста до другого. Але щоденно то терпіння було вижуцьоне через людей. Ніхто не хотів терпіння утримати в своєму мішканні власним. І то терпіння ходило щоденно, і вже плакало, що нікому не є потрібне. І певного дня то терпіння споткалося з яким молодим чоловіком, з якимсь хлопцем. Той хлопець не розумів, що то є терпіння. І мові, ну, єжелі хцеш, прошу барцо, według тієї легенди, іч до мене, до моєго мішкання, і можеш там замішкати зі мною. Ну, терпіння барцо було задоволене, вийшло до того молодженця, до мішкання. Він завжди був смутний, завжди прожив якісь проблеми в своєму житті, той молодий чоловік. І терпіння, ну, так лагодні, мішкало в тим мішканню. І певного дня той молодий чоловік побачив і мові, слухай, терпіння, єжелі мешкаш в моєму покою, то мушен ще викшталчить. Бо це таке невикшталцьоне терпіння. Ну, як ти можеш так мешкати, як ти можеш жити в тим світі, існіть в тим світі. І за що той молодий чоловік терпіння учить? Цоденне, цоденне, од рано до вечора. Кшталчив, примушав і так далі, і так далі. І терпіння стало вінцей таким лагодним. Чоловік молодий став вінцей відчувати в своєму серцю радощі. І певного дня, коли прилюще побачив сам на себе, він зрозумів, що дзięki тому, що він примушав терпіння учити, що кшталчив то терпіння, он сам росив яко в сенсі педагогічним, яко чоловік і став радосним і дуже мощним чоловіком.
Dlaczego, drodzy Chrystusie Panu, ojcowie Kościoła taką legendę w sensie duchowym proponują dla nas wszystkich? Dlatego, żebyśmy nie bali się cierpienia, ale żebyśmy z pomocą Bożą zawsze dziękowali Panu Bogu za każdą okazję, żebyśmy sami mogli rosnąć. W Pismie Świętym czytamy, że dla wierzącego człowieka nawet największy problem będzie momentem pozytywnym. Nawet największe nieszczęście może przynieść człowiekowi rozwinięcie, siłę. Nawet największy problem tego życia może być traktowany w sensie również pozytywnym. O tym dzisiaj czytaliśmy w drugim czytaniu, kiedy apostoł wzywa, żebyśmy ofiarowali nasze ciała Panu Bogu jako największą ofiarę. O tym czytaliśmy w pierwszym czytaniu, że prorok Jeremiasz bardzo przeżywał, że będąc prorokiem, nikt nie wsłuchiwał się w Słowo Boże, w to, że on głosi nie swoją własną chęć jakąś, ale tylko naukę Pana Boga. Cierpienie, smutek, ale i w pierwszym, i w drugim wypadku każdy człowiek, każdy prorok, Bogiem posłany człowiek mógł kształcować, mógł się rozwijać w tym cierpieniu i w takim sensie rósł. Rósł i stanowił się lepszym. Lepszym człowiekiem w społeczeństwie, lepszym człowiekiem w sensie religijnym, w sensie pobożności, lepszym ojcem, lepszą matką. Jeżeli cierpienie jest dane, to i Bóg da dla nas błogosławieństwo i moc, żebyśmy mogli stawiać przeciwko temu cierpieniowi. Сегодня мы с вами также в Евангелии слышим, дорогие братья и сестры во Христе, о страданиях нашего Спасителя Иисуса Христа. Сам Спаситель своим ученикам, своим апостолам говорит о том, что все то, что они видели, все то, что они переживали, это только одна часть, так скажем, этого великого айсберга миссии нашего Спасителя. Дальше будут терпения, ему нужно страдания, ему нужно идти в Иерусалим, его предадут, его будут мучить, его распнут, он умрет, но третьего дня он воскреснет. Контекст всего происходящего, что мы с вами слышим сегодня в этом отрывке Евангелия, следующий. Иисус Христос взял своих ближайших учеников, апостолов, так скажем, на духовные упражнения, на реколекции их пригласил. И отправились они в это место, где практически жили язычники. То есть Иисусу Христу и его апостолам уже не докучали, скажем, те люди, которым было интересно, которые ждали Мессию, да, накормить нужно, исцелить нужно, что-то еще, какие-нибудь, скажем, тайны Царства Небесного открыть. Здесь они находились как бы в изоляции относительной, и Христос отдельный урок преподает своим ученикам, как таковым, наиближайшим своим соратникам. И вот если мы с вами читаем хронологически, в этом контексте происходит та же самая сцена, которую мы с вами прекрасно знаем, по-моему, в прошлое воскресенье об этом размышляли, когда Христос у своих учеников спрашивает, «Кем меня считают люди?» И ученики начинают отвечать, «Кто-то за Илию, кто-то за одного из пророков, кто-то еще за кого». И Христос спрашивает у своих учеников, своих апостолов, «Ну хорошо, люди так считают меня тем и тем, а вы кем меня считаете?» И апостолы просто опешили, они не знали, что ответить, но Петр, очевидно, почувствовав вот эту силу какую-то божественную, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Другими словами, «Ты наш Спаситель, Ты Мессия». И на это что Христос ему ответил? «Блажен ты, Симоне, Петр, потому что не тело и кровь тебе это открыли, а Отец мой Небесный». Сегодня мы с вами слышим, что в этом контексте, то есть апостол Петр, получив такое привилегированное положение, конечно же, я думаю, что остальным апостолам немножечко где-то там в сердце может быть какая-то и зависть, вкралась, да, что апостол так правильно, Петр так ответил, они на этот вопрос не могли ответить. Но тем не менее, сегодня мы с вами слышим новую ситуацию, да, продолжение как бы этого диалога.
Христос начинает рассказывать своим ученикам о том, что ему нужно будет страдать, о том, что нужно будет умереть. И то же самое апостол Петр подбегает к Спасителю и говорит: «Господи, пусть это будет далеко от Тебя». То есть мы не хотим, я не хочу, чтобы Ты страдал. Да, будем ходить спокойно по этой земле, будем людям нести добро, исцелять, кормить. Да, то же самое Мессия, мы тебе, все прекрасно будет, мы тебе все условия создадим. Может быть, так думали апостолы. Мы прекрасно верим и видим, что ты царь грядущий. Будем мы также у тебя, как из Евангелия знаем, какие-то привилегии будем просить. Я хочу, чтобы там и там сидеть и так далее и тому подобное. Но что Христос отвечает? Только что Он восхвалил, практически восхвалял апостола Петра, а сейчас Он им отвечает: «Отойди от меня, сатана». Представляете? Это, наверное, самые строгие слова, которые мы с вами можем найти, изреченные нашим Спасителем Иисусом Христом. «Отойди от меня, сатана, ибо ты говоришь не то, что божественное, а то, что людское, то, что человеческое». «Отойди от меня, сатана». И вот, дорогие братья и сестры во Христе, может быть, немножечко глубже посмотрим, что же это все значит. Почему Иисус Христос назвал Петра сатаной? Почему Он сказал: «Отойди от меня, сатана»? Здесь некоторые, ну, скажем так, малосведущие люди, они начинают думать, что, ну вот, видите, до чего грешный апостол Петр, что даже сам Спаситель его назвал нечистой силой, да, нечистым духом. Но, скорее всего, дорогие братья и сестры во Христе, здесь контекст есть следующий. Сатана ведь, иными словами, можем сказать, что он искуситель. То есть отойди, Петр, от меня, не искушай. По-человечески ведь Христос сам есть и Сын Божий, и настоящий истинный человек. Ведь по-человечески кому из нас с вами, дорогие братья и сестры во Христе, хочется страдать? Кому хочется страдать добровольно? Кто скажет, что «бейте меня, унижайте меня, смейтесь надо мной, предавайте меня, это мне будет приятно». Мне кажется, это только нездоровый человек, психически нездоровый человек так может сказать. По-человечески никто не хочет этих страданий, никто не хочет. Родители хотят, чтобы дети жили в счастье, правители хотят, чтобы народ жил счастливо, мы хотим в это верить и надеяться на это. Все хотят, чтобы было только все самое лучшее, счастье, любовь, согласие взаимное. Но тем не менее есть вот эти страдания. И мы с вами прекрасно понимаем, что Петр, когда подходит к Иисусу Христу, как к истинному Богу, но истинному человеку, конечно, он ему предлагает вот это искушение. Откажись от этих страданий, сделай так, чтобы тебе не надо было страдать. Но Христос прекрасно понимает. Не будет этих страданий, не будет исполнена воля Отца Небесного. То есть не будет вот этой жертвы за род человеческий, за всех нас. Человечество не сможет быть спасенным как таковым. И вот смотрите, дорогие братья и сестры во Христе, что идет дальше. То есть Христос Петра называет искусителем. Мы с вами в своей жизни должны понимать одну единственную истину. Истина – это следующее. У нечистой силы, у злого духа над нами, над каждым из нас нет абсолютно никакой власти. Нет никакой власти. До тех пор, пока человек сам добровольно не соглашается на искушение духа нечистого. Дух нечистый, он на самом деле настолько искушает в той или иной ситуации. А согрешит человек или не согрешит, это зависит не от нечистой силы, это зависит от нас с вами, от нашего с вами выбора, от нашего с вами выбора. Искушений в этом мире очень много, и для молодежи, и для средних лет поколения, и для старшего поколения. Очень много, очень всяких много искушений. Но на все эти искушения они просто, понимаете, как с утки вода стекут, если человек сам, конкретный человек, не согласится: «Да, я хочу поступить таким нечестным образом». Абсолютно. У дьявола нету никакой силы, у него нету никакой власти. Он может проникнуть в наше сердце только тогда, когда мы своими грехами, своими плохими поступками, своей, может быть, местами греховной жизнью
приоткрываем дверь своей души. И вот именно в таком контексте, дорогие братья и сестры во Христе, назван Петр, отойди от меня, сатана, как искуситель. То есть, как человек, который несет свое какое-то мнение, личное мнение, и самому Спасителю пытается навязать его. Отойди от меня, искуситель, отойди. Мы с вами также каждый день делаем какой-то выбор, многие выборы. Что купить в магазине, куда пойти, с кем заговорить, кому позвонить, куда обратиться и так далее и тому подобное. И все это выбор, который человек, хочется надеяться, делает осознанно и делает с полной своей ответственностью. Потому что по-другому, поддаваясь каким-то искушениям, ну, человек исполняет, по словам нашего Спасителя, не Божью волю, но волю свою личную, волю какую-то людскую, человеческую. А ведь прекрасно с вами знаем, что не угодно Господу, дорогие братья и сестры во Христе, рано или поздно то все рушится. Только то, что благоугодно Господу, оно будет вечно. И вот следующий элемент этого диалога. Мы с вами прекрасно понимаем, что почему Петр осмелился задать Спасителю такой вопрос, почему Петр осмелился остерегать нашего Спасителя Иисуса Христа от предстоящих мучений? А здесь ответ, мне кажется, очень прост, очень прост. Потому что и в нашей с вами жизни получается так, что если, как я уже сказал, накануне Иисус Христос каким-то образом поощрил ответ Петра, то Петру кажется, что вот он теперь привилегированный, и что бы он ни сказал, все будет принято Спасителем за чистую монету. Да, это примерно то же самое, скажем, вот в нашей с вами жизни. Кто-то хвастается своим, скажем, там, суперобразованием. Дети вот теперь в школу пошли, студенты. Будет кто-то хвастаться своей отметкой. Да? Скажем, у нас на моей практике, в моей практике личной жизни, скажем, как священника, также было много таких моментов, что дети или там молодежь, которые приходят на катехизацию, на десятку, даже с плюсом, знают катехизис, но это не гарантия, дорогие братья и сестры во Христе. Твой диплом – это не гарантия, что ты не совершишь ошибки в твоей жизни. Твои оценки прекрасные – это не гарантия, что ты станешь прекрасным, замечательным христианином, верующим человеком. И так далее и тому подобное. То есть и здесь одно поощрение со стороны Иисуса Христа – это еще не гарантия того, что апостол Петр может говорить сейчас все, что он захочет, и это будет правильно. Нет. Где говорил апостол Петр словами божественными, то есть сам Господь его вдохновил на то, чтобы он назвал Спасителя «Ты наш Спаситель, Ты наш Мессия», да, там можно похвалить этого человека. Но если апостол Петр теперь подумал, что раз я такой умный, раз я получил такую высокую оценку от Спасителя, сейчас я ему выскажу свое мнение, и он также его хорошо высоко оценит, нет. Перед Господом любая фальшивка, она тут же будет видна, тут же. И вот эта вот фальшивая забота, по сути своей, апостола Петра о, скажем, о надежности, о благосостоянии нашего Спасителя, о том, чтобы не страдать и так далее и тому подобное, это все наш Спаситель порицает. Поэтому откроем и наши сердца, дорогие братья и сестры во Христе. Будем смотреть и воистину искать правду, то, что хочется самому Господу, то, что красиво в Его глазах, не в нашем с вами представлении, потому что мы с вами можем заблуждаться. И со всеми своими образованием, со всем жизненным опытом и так далее и тому подобное. Человеку свойственно ошибаться, это понятно. Если мы с вами будем смотреть на этот мир через призму божественной любви и божественного вот этого миротворения как такового, миросоздания, то здесь шансов ошибиться будет меньше. Да, то есть, если бы апостол Петр подошел к Спасителю со своей глубочайшей верою, если бы он понял уже тогда, что без крестной смерти, без этих всех страданий невозможно наше спасение, конечно же, он не получил бы в таком смысле такой жесткий ответ со стороны Спасителя «Отойди от меня, сатана». Но это, очевидно, был урок,
урок. Ведь плохая оценка в школе – это не для того, чтобы человека унизить. Плохое где-то, плохая характеристика на работе – это не для того, чтобы тебя там унизить или что-то в этом духе. Это для того, чтобы быть объективным. Чтобы ученик сделал выводы и в следующий раз постарался. Чтобы работник в следующий раз выполнял то, что требует нормы, то, что требует регламент. И перед Господом у нас есть с вами точно такая же ситуация. Если Господь Бог нам когда-то в нашей жизни допускает какую-то ситуацию, какую-то проблему, то это не значит, что мы должны на него обижаться, а должны делать соответствующие выводы. Да? И как сказано во втором чтении сегодня, что чтобы мы с вами понимали, что есть хорошее в этой жизни, что угодно Богу в нашей с вами жизни и что способствует нашему с вами развитию. Ведь получается нередко в нашей с вами жизни так, что теоретически человек, он готов на все. А практически, когда ходит до дела, получается, абсолютно нету в нем ничего. Да, помните тот классический пример, да, когда парень созванивается со своей любимой девушкой, говорит, ты моя там самая любимая, ты моя лапочка, ты моя там прекрасненькая, замечательная, я без тебя так скучаю. Мы с тобой расстались всего полчаса назад, и шли там вместе с работы, расстались полчаса назад, я уже не знаю, как будто вечность прошла между нами и так далее и тому подобное. Там самые красивые слова. Она ему говорит, ну так приходи сейчас ко мне в гости. Да, мои родители там тортик поставят, чаек, посидим все, порадуемся. Аня говорит, родная, дождь на улице. Если дождь, я не приду. Понимаете? То есть у нас в нашей с вами жизни есть столько много разных условий, что мы с вами готовы на все абсолютно. И патриотизм у нас, и любовь, и чего только у нас нету в этой жизни. А когда ходит до дела, абсолютный пшик. И это только из-за того, что в духовном плане мы с вами не настолько стабильны. Не настолько стабильны, точно так же, как апостол Петр. Но апостол Петр в этой школе, в школе Иисуса Христа, посмотрите, каких высот он достиг, потому что он учился. Да, на своих ошибках. Да, может быть, неприятные были все эти моменты, когда он трижды отрекся от Спасителя, когда он трижды практически предал своего Спасителя. Да, но Господь ему все это простил. Он Петр, скала, и на этой скале создана наша церковь. Церковь таких же слабых людей, таких же грешников, таких же, может быть, где-то уязвленных и травмированных людей в духовном и в других всяких планах. Но тем не менее, у всех нас с вами есть эта жажда подойти к Иисусу Христу, к Спасителю и просить у Него поддержки. Поддержки для нашего духовного развития, поддержки для наших семей, поддержки духовной для всего общества, для наших городов, для наших стран, для всего мира. Все это в руках Божьих. И в нашей с вами практически зависит от нашего самого выбора. Если мы выбираем быть с Богом, если выбираем правду, если выбираем истину, то и Господь нас никогда не оставит. Аминь. Дорогой Христос, Пану, Терес, вы знаем нашу швенту вяры. Кредо ин хунум деум. Thank you.
Згромадзені в імені Ісуса Христуса, отвужми наше серце на пошеби цілого свята і в горливій молитві поліцами є милосердю Божому. Молимся за Кощо Боже, за наші парафії, за всіх нас тут обіцних, аби горливі провадзали в житті постановлення Собору Ватиканського і навчання Кощова і нашого Збавителя Ісуса Христуса. Молимся за всіх християн, аби завжди шанували дні святі. Молимся за тих людей, хто мусить працювати в неділю на свята, аби дознавали вдячності ближніх, користуючих з їх праці. Молимся за всіх хворих і черпіонцих людей, хто не може учасничати в імші святої недільної і святочної, аби оточення помогло їм пережити цей день в з'єднанні з Панем Богом. Молимся о покої в наших серцях, в наших родинах, в нашому панстві і в цілому світі. Боже, утечко нашої моці, вислухай молитви своєго кощова і справ, аби ж ми отримали всього, що чи зуфно, що прощимо, через Христуса Пана нашого. Молитесь, братья и сестры, чтобы Пан Бог принял мою и вашу офиару. Нех Пан шиме офиару с рук твоих, на честь и хвалу своего имени, а также на пожиток наш и целого Кощова Святого.
Пане наш Боже, нех найсвящая офяра завше нам уделя сбавенной ласки, абы ей моцом доконалоще наше ущвенцение, до которого смежаю сакраментально обженды, пшес Христуса Пана нашего. Пан с вами. В горен сердца. Дзięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правду годны то и справедливо для нас збавенны, абыщмы тобе складали день чинений Тебе выхваляли. Пане Отче Небесский, Всехмогонцы милосердный Боже, Ты створивый всичко, что есть на свете, и справивыш, же сменяющень поры року. Ты створивыш человека на свое подобенство, и пододавыш му всехсвят годный подиву, абы в Твоем имени пановал над целым створением, и хвалю Тебе в Твоих делах, пшез нашего Пана Иисуса Христуса. Для Тего с всескими нюлами выхваляме Тебе, с радостью спевает. За правду święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z martwych wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Он то, кто добровольно выдав себя на мёд, взял хлеб, и дзięki Тебе складając, ломал и раздавал своим учням, мовяц: «Бежьте, едьте с Тего всисцы, то есть бовем тяло Моге, которое за вас бенче вытане».
Подобні по вечері взяв келих і поновні дяки тобі складаю, сподом своїм учням мовлячи. Б'єжте і пійте з нього всі, то є двовім келих крві моєї нового вічного примежа, тора за вас і за велю бенче виляно на отпущення грехов, то чинче на моєм пам'ятки. Ото велика таємниця віри. Вспоминаючи смерть и змертвихвстання Твоего Сына, офіруємо Тобі, Боже, хліб життя і келих збавіння, і дякуємо, що нас обрали, щоб ми стали перед Тобою і Тобі служили. Покорні благами, аби Дух Святий з'єднував нас всіх, приймаючих тіло і кров Христуса. Пам'ятай, Боже, Твоєм кощелем цілої землі, справ і болюту зрасту милощі разом з нашим папіжем Франтішком, нашим біскупом Яном Оресавим духовенством. Пам'ятай також наших змарлих братьях і сестрах, що застали з надією змертвих встання, і о всіх, хто житує власне до чистого свята. Допусти до оглядання Твоєї святвощі. Прощимо Тебе, змилуйся над нами всіми, і дай нам уділ життю вічним, з Найсвятішою Богородицею, Дівицею Марією, зі святими Йосифом і Облюбенцем, зі святими апостолами, всіми святими, що в чому віку подобалися Тобі, аби ми з ними вихваляли Тебе, через Твоєго Сина, Ісуса Христуса. Через Христуса, з Христусом і в Христусі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, відносячи Духа Святого, всілька честь і хвала пре всі віки віків. Учені через Збавителя і послушні Його словом, осмілями сінь співать. Вибав нас, Пані, узбав шалькіго, і обдаш наші часи покоєм, споможь нас своїм милосердю, аби ми завше волі від греху безпечно жукіго заменту, певні надію чеківалі пшища нашого Збавителя Ісуса Христуса. Пані Єзу Христе, Ти повідчав своїм апостолом, поки вам зоставим покої мой вам дає. Прощимо Тебе незважно грехи наші, леч на вярен своєго Кощола і згодні з Твоєм волєм, наповні го покоєм і доправи до певної єдності, ктори жиєш і кролуєш на віки віків. Покой Панський не завше бенче з вами. Прикажте собі знак покою.
Ото Баранок Божий, который гладит грехи света, благословение воззвание на Его учте. Пане, не естем годен, абысь пришел до мне, але поведь только слово, а бензи утрофена душа моя. Благословение тоже проводзаем покой, альбовим они бендон называни сынами Божими. Благословение тоже черпем прошледование для справедливости, альбовим до них належи Королевство Небеское. Молимся, Боже наш Отче, Ты нас покрепилась при Своем столе, справ об этот сакрамент, ответь нас милости и побудь до служения Тобе в братьях, через Христуса Пана нашего. Аминь. Пан с вами. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христоса.